которые были вокруг, у меня вот ни одна семья практически не осталась. Однажды с Максимом в поезде разговаривали, и я расплакалась, уже говорю, Максим, это же точно так же, как у меня было. Мне когда-то там в 95-м, 6-м году приснилось, что Алла пришла ко мне домой. И потом это сбылось. Ну, у меня бывало так вот, что снится, потом сбывается. Я счастлива, спасибо за то, что меня пригласили. Один раз я сама там пыталась записаться, мне сказали, что окна грязные. Спасибо, да, пойдем к себе, он говорит, мамы нет дома. Я хочу выпить за то, что я попала в ту атмосферу, которая мне очень близка и дорога. Сейчас, конечно, знать Максима Кучека.